Мой дорогой город Шадринск, с нашей первой встречи мне хотелось, чтобы ты получил ту любовь и внимание, которое заслуживаешь, чтобы твои красивые старинные здания и улицы обрели привлекательность и уют, чтобы ты развивался и перерастал новыми красивыми объектами, обновляя инфраструктуру. И за последние 3,5 года мы с тобой в этом существенно продвинулись. Для твоей истории, которая насчитывает более 3,5 веков, это очень небольшой срок. Но сделано за него уже очень много. Решили вопрос по очистным сооружениям и по чистой воде. Практически заново расцвел городской сад, в котором мы в прошлом году провели реконструкцию. Теперь он просто красавец. Всего с 2019 года благоустроили более 80 общественных и дворовых территорий, включая создание уютной набережной и центральной аллеи. Продолжаем ремонтировать памятники истории и архитектуры. Активно приводим в порядок дороги, мосты, тротуары, объекты образования и здравоохранения. Построили новые детские сады, ледовую арену и индустриальный парк. А в следующем году подарим тебе большую, современную, светлую школу для ребятишек. В этом году закончим корпус центра «Спутник» для пожилых людей, которые многие годы трудились на благо родного края. А также новые спортивные объекты для жителей всех возрастов. Скоро начнем ремонт еще 8 школ. Пройдет еще немного времени, и ты засияешь еще ярче, сохраняя старинные храмы и купеческие домики с резными наличниками и орнаментом, которые передают твой собственный особенный дух и колорит, а также добавляя современные и красивые объекты, которые делают комфортнее жизнь горожан. У тебя впереди большое светлое будущее. С праздником тебя, Шадринск! С днем рождения любимого города, вас, земляки!